Добрый день. Вы ищете лечение периодической болезни? Да, это тяжелое наследственное заболевание, которое, периодически обостряясь, перегружает почки белковыми токсинами, приводит к развитию амилоидоза почек и почечной недостаточности. Но это заболевание, оно периодически обостряется, а есть фон. Организм работает и тоже производит белковые токсины, которые тоже, выделяясь через почки, приводят к сокращению продолжительности жизни. Если взять религиозные источники, там описано продолжительность жизни 700-800 лет. А сегодня в среднем человек живет 70-80 лет. То есть вот эта самая белковая интоксикация, хроническая, постоянно действующая, она сокращает продолжительность жизни человека раз в 10. Вот и периодические всплески, обострения периодической болезни, они в еще большей мере, конечно, сокращают продолжительность жизни. Поэтому то лечение периодической болезни колхицином, которое сегодня есть, оно не решает проблему, оно лишь немного продлевает жизнь человека. Для того, чтобы решить проблему в целом, нужно в постоянном режиме обеспечивать очищение крови и разгрузку почек от белковых токсинов. Тогда почки работают дольше, амилоидоз почек развивается позже, и жизнь человека продлевается в большей мере. Я уже больше 25 лет работаю с больными, работаю народными натуральными средствами, фитотерапией, через правильное питание. Опубликовал более 40 различных книг и брошюр. Ну, недавно опубликована одна из них по лечению периодической болезни. Здесь описано лечение периодической болезни по гороскопу. Конечно, все вложить невозможно, потому что сотни тысяч вариантов по дате рождения схем лечения. Поэтому, конечно, в такой тонкой брошюре невозможно описать все. Здесь изложены только основные принципы. Если вам необходимо лечение периодической болезни, вы можете обратиться ко мне. Я доктор Скачко, и лечение по методу доктора Скачко помогает разгрузить организм от токсинов, провести очищение крови, лимфы, улучшить состояние здоровья человека и отсрочить вот эти все негативные явления, которые могут развиться в почках и привести к почечной недостаточности. Если вам необходимо лечение периодической болезни, обращайтесь, контакты вы видите.